Всем привет, всем намаскар. Сегодня у нас суббота, 9 сентября, и это очередное, уже третье занятие в рамках марафона проекта по йога-терапии диастаза. Итак, сегодня я обещала записать, дать вам практику, комплекс упражнений на мышцы пресса и на мышцы тазового дна. У нас уже есть в нашем распоряжении два хороших очень комплекса. Один ознакомительный, больше нацелен на то, чтобы познакомиться со своим телом, прочувствовать необходимые мышцы, с которыми надлежит работать, и правильно их включать. Также первый комплекс, он очень про дыхание, потому что чтобы была максимальная польза, нам важно и нужно выполнять упражнения не лишь бы выполняя, а синхронизируя с дыханием. Поэтому, если вы еще пока до сих пор с тем комплексом не познакомились, посмотрите его в первую очередь. На нем выстраивается все остальное. Второй комплекс был силовой по протоколу Табата. Мы делали с вами три сета, три упражнения. Он достаточно мощный, интенсивный, его можно выполнять не каждый день, он где-то на 3-4 раза в неделю рассчитан, уже для продвинутых практиков, у кого роды были достаточно давно, и для кого эта нагрузка не является чрезмерной. Ну а сегодня у нас немного упрощенный вариант работы, больше акцентирован внимание на суставную гимнастику, также не без дыхания. Я смотрю в две камеры, поэтому периодически поворачиваюсь то вправо, то вперед. Поэтому не обращайте внимания, одно видео для Ютуба, второе видео для Телеграма в прямой трансляции. Надеюсь, сегодня у меня получится его записать. И, соответственно, сегодня мы с вами поработаем, во-первых, с тазобедренными суставами. Мы сделаем несколько простых, доступных, но очень полезных упражнений, которые раскрепощают эти зоны нашего тела и способствуют улучшению кровоснабжения органов малого таза. Ну и, конечно же, включают необходимую нам мускулатуру. К слову сказать, мнение о том, что лечение диастаза обусловлено лечением тазовой дисфункции, не совсем верно. Часто бывает, что эти две проблемы присутствуют вместе. И тогда, если это ваш случай, то сначала необходимо укрепить, проработать мышцы тазового дна, а потом уже переходить к животу. Если же тазовая дисфункция не диагностирована, у вас все в порядке в этом направлении, специально работать с мышцами тазового дна, чтобы убрать проблему диастаза, смысла нет. То есть это совершенно разная работа, и укрепление тазовых мышц никоим образом не отразится на укреплении мышц пресса. Мы работаем отдельными упражнениями. Однако, в целом, как профилактика, как просто возможность лучше себя прочувствовать, изучить, мы, в общем-то, не должны исключать из своей практики регулярной также работу с этой мускулатурой. В конце концов, это тоже часть нашего тела, и эти мышцы тоже должны включаться хотя бы время от времени. Это полезно и для просто для жизни, да? Ну и в целом с возрастом, конечно, мускулатура ослабевает, мускулатура тазового дна ослабевает, происходит опущение внутренних органов. Не обязательно, что у вас были недавно роды, чаще всего, конечно, это является следствием, но бывает, что просто такая проблема возникает с возрастом или с изменением веса и так далее. Поэтому работать с этими мышцами надо. В общем, я опять погружаюсь в теорию, а мы про практику. Комплекс будет короткий, это не полноценная тренировка на час, на полтора. Это коротенький комплекс, который вы можете брать и делать с утра, когда у вас есть лишние 15 минут, когда вот этот короткий промежуток времени можно выкроить где-то в течение, в середине дня, ну или перед сном вечером. Итак, мы начинаем с положения на четвереньках, марджариасана, кошка. И давайте немножко разомнемся в этом положении, сделаем гимнастику для позвоночника и подышим. На вдохе мы делаем мягкие прогибы, на выдохе сгибания. В целом это упражнение очень полезно само по себе. Йога-терапевты считают, что упражнения из марджариасаны
решает до 80% с позвоночником. Прекрасная практика, чтобы взбодриться, проснуться, расшевелить свое тело и выполнить несколько упражнений силового характера, поработать с мускулатурой. Добавляем к нашей привычной кошке включение бант. На вдохе, когда мы делаем прогиб, мы пробуем сделать удар бандху, то есть надуть живот, но мышцы тазового дна, промежность подтянуть, то есть идет некоторое противоречие. Если в кошке сразу сделать это непонятно как, непривычно, то попробуйте сделать это просто сидя, без движения, подтянуть промежность и надуть живот. Довольно такие интересные, необычные ощущения возникают, может быть даже сложно. То есть некоторое время. Причем на дыхании это никак не должно отражаться. Дыхание мы не задерживаем, мы продолжаем дышать. Ну и когда мы работаем в динамике в кошке, мы делаем вот это движение, подтягиваем промежность, можно помогать себе еще ягодицами, сжимать ягодицы и надувать живот, делать его снова беременным. Да? То есть вдох, подтянули промежность, толкнули живот вперед, выдох, согнули спину и втянули живот, продолжая втягивать промежность. То есть и удьяна, и мулабандха. В целом, положение прогиба, даже если не получается надувать живот, уже предполагает, что брюшная стенка будет растянута. Давайте попробуем еще 10 раз. Вдох, выдох, вдох, выдох. 3. Выдох. 4. Выдох. 5. Выдох. 6. 7. 8. 9. И 10. Отлично. Сейчас переходим в положение сидя и немножечко переключим наше внимание на тазобедренные упражнения, развивающие подвижность тазобедренных суставов. Сидя на полу, руками можно облокотиться о пол, уведя их за линию таза, только, пожалуйста, не проваливаемся в плечах. Спину держим прямо, ну, в небольшой диагонали. Стопы на полу в пределах узкого края коврика, в принципе, знакомое нам упражнение, я его часто даю на разминке. Разворачиваем бедра то в правую, то в левую сторону. Не обязательно, чтобы оба колена достанут до пола. Первые несколько движений желательно сделать спокойно, медленно, обнаружить у себя эту подвижность. Если вы никогда не делали это упражнение, не знаете, как к нему подходить. И потихонечку можно ускорять темп, углублять движение. Одна нога у нас производит наружную ротацию, внешнее вращение, другая внутреннее. То есть такое асимметричное движение. Причем бедра двигаются синхронно. Нет такого, что одна нога ушла, вторая только после нее двигается. Одновременно и правая, и левая нога. С той стороны, где бедро вращается внутрь, ягодица у нас поднимается. Это нормально. И таким образом мы перекатываемся с одной ягодицы на другую. Если все хорошо получается, поднимаем руки, включая мышцы спины. Она начинает у нас работать, мышцы спины, поясница. В изометрическом режиме мы держим позвоночник своими мышцами, формируем себе такой мышечный корсет и продолжаем работать ногами. Упражнение, в общем-то, как и многие практики йоги, комплексное. Тут и про тазобедренные, и про позвоночник, и про некоторую даже выносливость. Но в формате нашего комплекса нас интересует именно перекат с одной ягодицы на другую, что стимулирует массаж внутренних органов, улучшение кровообращения органов малого таза и работу с тазовой диафрагмой. Сейчас осознанно включаем мулабандху, подтягиваем промежность, не теряя дыхание, продолжаем делать это упражнение. И еще 1, 2, сжимаем промежность, 3, 4, 5, 6, если тяжело держать руки, можно их опустить на пол или увести в стороны, 7,
8, 9, 10. Хорошо. Маленький нюанс. Если пока не получается держать мула-бандху в тонусе постоянно, то есть это вызывает сложности, ограничивает движение, просто не получается, тогда чуть-чуть можно отшагнуть назад и делать практику, чередуя расслабление и напряжение мышц. То есть, когда мы идем в активную часть упражнения, мы подтягиваем промежность, возвращаясь в положение сидя, расслабляем. Подтягиваем, расслабляем. До тех пор, пока вот эта вот способность включать нужные нам мышцы не будет уже автоматическая, то есть в любой момент есть такая возможность напрячь мышцы тазового. Вот когда эта способность у вас уже будет, этот навык уже отработается, упражнение выполняется, удерживая тонус мышц все время. Пока мы учимся, можно работать, так скажем, в полсилы. Окей, едем дальше. Снова переходим в марджариасану, в кошку. И опять поработаем с удьяной и мула-бандхой, и удара-бандха. Наше следующее упражнение будет про скрутки. Тоже знакомая вам. На вдохе мы будем разворачиваться то в правую, то в левую сторону. На выдохе возвращаться в исходное положение на четвереньки. Все знакомо, все понятно. Сама по себе эта практика тоже полезная, потому что заставляет расшевелиться позвоночнику. Но мы, конечно же, в формате нашей практики добавим бандхи, добавим дыхание. Итак, на вдохе, разворачиваясь в сторону, мы надуваем живот, сохраняя мула-бандху в тонусе. Живот надули, на выдохе, опуская руку в исходное положение, втягиваем живот удьяна-бандха. То есть похожим образом, как мы работали с прогибами, с разгибаниями, сгибаниями позвоночника, мы то же самое пытаемся реализовать, выполняя скрутки. Ну, поехали. По 8 раз на каждую сторону выполняем скрутки. Итак, разворачиваемся вправо. Удара бандха, мула бандха. Вдох. Выдох. Удьяна бандха. Втягиваем живот, сохраняем мула бандху, подтянутую промежность. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще по 5 раз на каждую сторону. Вправо, влево, вправо, влево, вправо 3. Лево 3, право 4, лево 4, и право 5, и лево 5. Угу. Вот при всей видимой простоте этого упражнения, да, казалось бы, что такого, стоим на коленках, делаем скрутки. Когда мы дополнительно включаем бандхи, работаем с мышцами живота, с мышцами тазового дна, работа идет гораздо более интенсивной, сложной с точки зрения движения и ума. То есть нужно постоянно контролировать процесс, не отпускать свое дыхание. Это достаточно непросто, поэтому если у вас пока что получается не очень, это абсолютно естественно и нормально. Ничего страшного, упражнение для регулярной практики, и поначалу может получаться не очень хорошо, но чем больше мы занимаемся, тем более понятны и знакомы нам ощущения во время движения, и больше будет эффекта и, короче говоря, пользы. Ну что ж, опять садимся, еще одно разминочное упражнение, снова на тазобедренной, опять у нас будет перенос веса с одной ягодицы на другую, мы подвигаемся вперед-назад, перешагивая с одной ягодицы на другую. Точно так же мы стараемся держать мула-бандху в тонусе. Мышцы тазового дна, корневой наш замок, промежность в тонусе. Если не получается делать это нон-стоп, все время упражнения, то чередуем расслабление
сокращение, расслабление, сокращение. Представьте себе, что очень хочется в туалет по-маленькому, но такой возможности нету, и вам нужно сжать свою промежность, чтобы дотерпеть, добежать до того места, где это можно будет сделать. Ну что, приготовились, спину прямо, коленные чашечки подтягиваем. Когда передвигаемся вперед или назад, мы делаем это не за счет сгибания коленей, а именно за счет того, что перешагиваем с одной ягодицы, с одной седалищной кости на другую. Ну, поехали. Мула бандху включили, пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задний ход. 1, 2. Держим мула бандху. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Поднимаем руки, включаем спину. Пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И третий подход, наверное, максимально сложный. Руки за спину, в локтевой, чтобы руки дополнительно помогали держать спину ровно. Подтянули мула бандху, промежности, пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Это был комплекс разминочных упражнений, а сейчас переходим непосредственно к работе с мышцами живота. Три упражнения у нас будет на включение мышц силовых и три на расслабление, в которых мы будем прорабатывать нашу мула бандху, корневой замок. Но, к слову сказать, когда мы делаем силовые, мы тоже не должны совсем уже расслаблять промежность, то есть мы, как и в обычной практике йоги, когда мы выполняем серию асан, мы стараемся держать тонус наших замков энергетических, мышечных, мула и удьяна бандха. Но здесь, наверное, чуть более глубокая, чуть более осознанная работа, потому что, собственно, движение мы выполняем именно для того, чтобы укрепить данную мускулатуру. И первое упражнение из цикла сегодняшнего, да, не разминочного, а именно уже целевого, опять кошка. И, в общем-то, оно будет достаточно простым. Сложно лишь в том, что это все-таки упражнение на координацию. В целом, любые упражнения на координацию – это все возможные балансы. Они хороши тем, что заставляют включаться нашу мускулатуру. Обычно мы используем крупную мускулатуру, да? То, что держит наш позвоночник – это ноги, это спина, пресс. Вот. Поэтому выбираем для первого упражнения баланс. Правая нога назад, левая рука вперед. Наверняка для вас это будет несложно, просто вот так вот постоять, но мы добавим динамику. На вдохе мы будем тянуться вперед рукой, ногой назад, на выдохе сгибать спину, локоть и колено и доставать локтем колено. Вдох, тянемся, можно чуть добавить прогиба, тогда будет еще сокращаться поясница, мышцы спины будут укрепляться. Выдох, подтягиваем пупок, позвоночник, подтягиваем мышцы живота, тазового дна и сгибаемся. Вдох, выдох. И еще 8, 7, 6. Очень хорошо подтягиваем с выдохом живот, включаем пресс. 5, 4, 3, 2, 1. Меняем сторону. Левая нога назад, правая рука вперед. Нашли баланс. Отстраиваем синхронизацию. Вдох, потянулись. Выдох, согнулись. Коснулись локтем колена, сократили живот, подтянули живот. Вдох, выдох, вдох, выдох. И продолжаем еще 8.
На выдохе активно подтягиваем живот. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Вдох. Выдох. Отлично. Вот сейчас, если все качественно было сделано, то вы должны были бы прочувствовать хорошую интенсивную работу мышц живота. Потому что даже само движение на сгибание уже подразумевает сокращение мышц. А если мы еще на дыхании с усилием подтягиваем живот, задействуя поперечную мышцу живота, прямые мышцы, те мышцы, которые мы научились чувствовать в предыдущих упражнениях, да, в предыдущих комплексах, то очень хорошо здесь сейчас вот идет ощущение, что пресс поработал. Поэтому, выполнив эту практику, мы сделаем релаксацию, послабление мышц живота, брюшной массаж и поработаем с мула-бандхой. Итак, упражнение йога-мудра. Руки формируем в кулаки, большие пальцы прячем в кулаки, кладем кулаки на бедра. В положении ваджрасана или поза ученика, вот так вот, сидя на своих стопах, мы делаем спокойный вдох, мы делаем полный выдох и отпускаем живот. Расслабили живот, ложимся животом на бедра. Если есть возможность, лоб опускаем на пол. Если нет, просто шею расслабляем. Что происходит? Наши кулаки ныряют в живот по обе стороны от пупка. И за счет того, что мы расслабили живот, у нас происходит внутрибрюшной массаж. От йога-мудры белая линия, да, вот наш диастаз, он разъезжаться не будет. Он наоборот будет немножечко сокращаться, вот это вот расстояние между прямыми мышцами. Мы не в белую линию давим, не в область пупка, а по обе стороны. Если вы качественно расслабите живот, вы даже можете прочувствовать, услышать пульсацию, да, то есть брюшные артерии, вена, вот это вот все, кровоснабжение, как у нас там проходит, это все очень легко можно прочувствовать. Если во время выполнения этого упражнения вы чувствуете дискомфорт или боль в животе, она может быть обусловлена разными причинами, от банального газообразования до каких-то более серьезных, неприятных вещей. В общем, если вы чувствуете боль, то руки просто убираем и отдыхаем в позе ребенка. Если все в порядке, кулачки массируют внутренние органы, а в это время мы работаем с мышцами тазового дна, чередуя то напряжение, то расслабление. Мы делаем мула-бандху и ашвини-мудра, то есть сжимаем промежность и сжимаем анус. Итак, вдох, выдох. Расслабили живот, ложимся. И начинаем работать мышцами тазовой диафрагмы. Сжимаем промежность, сжимаем анус, расслабляем. Сжимаем промежность, сжимаем анус, расслабляем. И так несколько раз. Можно посчитать до 10-15, в общем, какое-то время понаходиться в этом положении. В чем польза данной практики? Во-первых, она вам позволяет немножко передохнуть, расслабиться. И во-вторых, это самое главное, что когда мы делаем йога-мудру, у нас нет возможности напрягать живот. Живот у нас расслаблен. Кулаки нам не дадут напрячь пресс, да, они уже там почти в животе. И мы можем изолированно проработать тазовую диафрагму. Научиться включать эти мышцы отдельно от пресса. Зачастую, когда человек начинает выполнять практики, это вызывает определенные сложности и непонятки. То есть хочется включить все, от шеи до колена, то есть и промежность, и пресс, и ягодицы. То есть нет понимания разных мышц, да? По-разному они не чувствуются, они чувствуются вот одновременно все. Или все расслабить сразу, или все сразу подтянуть. А нам бы по-хорошему лучше научиться чувствовать себя, слышать себя и включать нужные мышцы тогда, когда нам это нужно. Окей, едем дальше. Следующее силовое упражнение – это будет планка на предплечьях. Руки можно соединить в замок. Отстраиваем планку
опустив предплечье, локти на пол и подкрутив таз, чтобы избежать ненужный нам прогиб. Отшагиваем правой левой ногой назад. Точно так же, как мы делаем все силовые позы, мы толкаемся, мы не позволяем себе висеть на плечах. Выталкиваем себя вверх, ягодицы держим в тонусе и поднимаем правую ногу. И здесь мы выполняем движение на дыхании. Вдох, нога прямая, вытянута назад. Выдох, поджимаем бедро к животу, делаем такую эко-падалаласану. Вдох. Выдох. Сокращаем мышцы живота. Вдох. Выдох. И еще 8. Выдох. 7. 6. 5. 4. Не расслабляем живот. На выдохе сокращаем. 3. 2. 1. Вдох. Выдох. Возвращаем колени на пол. Поднимаем правую руку. На вдохе и на выдохе идем в парикрита шишанкасану. Ныряем правой рукой под левую. Укладываем плечо, голову на пол. Здесь можно расслабиться, закрыть глаза и опять поработать с мулабандхой. Опять посокращать мышцы тазового дна. Здесь уже живот придется контролировать сознанием. Здесь воздействия на живот у нас никакого не происходит, ну, только скрутка. Вот. И пока все тело отдыхает после силовой работы, мы прорабатываем мышцы тазового дна. Также мысленно можно досчитать до 10-15 и возвращаемся в исходную позицию. Снова руки на предплечье, отшагиваем в планку, сглаживаем поясничный прогиб, выталкиваем себя и работаем с левой ногой. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Возвращаем ноги на колени, поднимаем левую руку, вдох, выдох, парикрита шишанкасана. И работа в мулабандхе. Сокращение, расслабление, сокращение, расслабление. Хорошо. Едем дальше. Третья часть, третий сет наших упражнений. Он будет наиболее сложным. И все точно так же, как и в предыдущих. Мы работаем на дыхании, и когда выполняем силовую часть на выдохе, а это будет движение из планки, подтянуть бедро к животу, то есть тоже половинка лаласаны, мы сокращаем живот, подтягивая пупок к позвоночнику. Похожее упражнение, что мы делали в прошлый раз, но более, наверное, интенсивное, более силовое. Итак, мы отстраиваем планку теперь с ладоней. Начинаем работать правой ногой. Подтягиваем правое бедро к животу. И работа в следующем. На вдохе мы касаемся коленом пола. На выдохе подтягиваем бедро к животу, пытаясь достать коленом подбородок. Живот подтягиваем, да? Удьяна бандху, пресс включаем очень-очень-очень активно. Ну, поехали. 1. Вдох. Выдох. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10.
колено на пол и отдыхаем здесь в позе голубя. Как вариант выполнения позы голубя, можно правую ногу направить стопой назад, то есть сделать полное сгибание колена, если колено не против, и пятка, да, у нас идет в промежность, то есть такая искусственная мулабандха. Не всем этот вариант будет доступен и удобен, но если вы можете, собственно, выполнить его, чтобы прочувствовать именно вот этот вот корневой замок. Но в целом, даже если вы делаете привычную для вас экопада капотасану, очень хорошее упражнение тоже на раскрепощение тазобедренных суставов, на улучшение кровоснабжения органов малого таза, и очень хорошо оно влияет на состояние поясницы. Поэтому можно ничего не изобретать, а полежать, отдохнуть, накопить силы для второго подхода на левую ногу. Поехали, чуть-чуть осталось. Возвращаемся в планку. Левое бедро к животу. Касание, вдох. Бедро к животу, колено к подбородку, выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Колено на пол, отдыхаем, расслабляемся. Хорошо. И когда основное напряжение у нас сойдет на нет, мы разворачиваемся в положении сидя, соединяем стопы вместе, бабочка, и аккуратненько ложимся на спину для того, чтобы расслабиться, до конца восстановить силы, отдохнуть. Это у нас такая шавасана. Как вариант, вместо бабочки можно делать пассивную самоконасану у стены, ложиться, прижав таз к стене, раздвинув ноги. Либо вот полежать в бабочке, отдохнуть, успокоить дыхание, мысли на себя посмотреть, осознать, почувствовать, что хорошо поработал пресс, что мы смогли все-таки добраться до тазовой диафрагмы. Сделали хоть и коротенькую, но очень эффективную тренировку. Буквально 2-3 минутки в шавасане. И можно подниматься и идти заниматься своими делами. Ну, видео, наверное, получилось достаточно долгим, потому что я, как всегда, много говорила, много теорий, объяснений, по нескольку раз одно и то же. Но это лишь для того, чтобы у вас это все хорошо отложилось в голове, случилось необходимое понимание, и уже на практике, когда вы будете работать по видео или самостоятельно, по памяти, вы уже все делали реально корректным образом, с пользой, с пониманием, что, куда, зачем и как. И чтобы в конце концов у нас были те нужные результаты, к которым мы идем, ради которых мы тратим свое время, усилия, энергию, ну, чтобы быть здоровыми, красивыми, молодыми, счастливыми как можно дольше. На этом буду с вами прощаться, заканчиваю этот урок. Спасибо вам за внимание. Пишите свои вопросы, если они у вас будут возникать. Отправляйте мне свои видео, да, хотя бы кусочки от своих комплексов, особенно если что-то где-то непонятно, хочется посоветоваться, показать, так, не так. В общем, будем поддерживать обратную связь. Хорошего вам дня, хороших выходных и до новых встреч. В понедельник у нас новое задание.